Еще одной мурманской многодетной семье помогли приобрести собственное жилье за счет компенсации части средств из городского бюджета. С помощью программы по улучшению жилищных условий для молодых семей с 2006 года уже более 1000 семей купили квартиры. Но с 2012 по инициативе главы муниципального образования в эту программу вошли не только молодые, но и многодетные семьи, вне зависимости от возраста. Об одной из таких семей наши корреспонденты. У семьи Равич-Малюковых история не вполне обычная. В свое время молодые супруги из страны уехали. 10 лет они прожили в Израиле и несколько месяцев в Канаде. Не так давно вернулись обратно в Мурманск. Мой муж никак не мог устроиться здесь на работу. И я уехала туда, скрипя сердцем. Совершенно не в восторге была от этой поездки и жила там. И думала все время, как бы мне вернуться. Мы жили на Ушакова в Росте. Ну, у нас квартира была гораздо меньше. Она осталась от бабушки, когда мы приехали с Канады. Переехать и по-человечески устроиться с тремя детьми им помогли городские власти. С 2012 года к программе по улучшению жилищных условий к молодым добавились и многодетные семьи. Возраст у таких супругов не обязательно должен быть 35 и ниже. А от количества детей зависит и сумма социальной выплаты. Если для молодых она составляет порядка 20-25% от стоимости квартиры, то для многодетных по факту может доходить и до половины стоимости жилья. К январю 2015 года я была уже готова, была во всеоружии, подготовила весь пакет документов. У нас была электронная очередь ВКонтакте, так сказать. Вот, ее признали. Таким образом, я была первая по списку и первая зашла. Муниципалитет выплатил нам 954 тысячи рублей. Получили мы их очень быстро, без проволочек. Квартиру в Ленинском районе купили примерно за 2 миллиона. Сделали из 4 комнат 5, чтобы у всех детей было по отдельной комнате. Воспользоваться финансовой помощью от муниципалитета можно при оформлении ипотеки, при покупке жилья или при оплате строительства индивидуального жилого дома. Сейчас для нас, для депутатов, важно, чтобы в 2017 году темп программы ни в коем мере не сократился. И, конечно, когда будет верстаться бюджет, и администрация города, и совет депутатов будут предпринимать усилия, чтобы в этом бюджете на программу были заложены средства, ну, по крайней мере, не менее, чем в этом году. За время действия городской программы в семьях участников родилось 172 ребенка. А Мурманск – единственный город на северо-западе России, где кроме молодых финансовую поддержку в приобретении жилья оказывают и многодетным семьям.